спортивном зале третьего корпуса Ульяновского государственного университета было шумно и людно с раннего утра. На открытие спартакиады профсоюзных организаций Ульяновской области, посвященной 115-летию со дня образования профсоюзов, приехало 16 команд с разных организаций города и муниципалитетов области. Официальная часть началась с построения и приветствия всех участников. Мы рассчитываем, что люди получат удовлетворение, тем более погода налаживается, солнце светит хорошо, я думаю, с утренний снег растает. И мне пожелать хотелось бы участникам счастья, добра, здоровья. И главное, олимпийский принцип, главное участие, а победу получит сильнейший. Концертными номерами гостей праздника поздравили руководитель ансамбля «Возрождение» Загоранская Наталья и народный коллектив циркового искусства «Орхидея». Затем, перед самым началом соревнований, инструкторы фитнес-клуба «Ультра» провели разминку для спортсменов, участников и гостей праздника. Травмам и растяжениям было не место на турнире. Я считаю замечательно, что сейчас стала возрождаться спартакиада профсоюзных организаций, как это было раньше, в том числе и в советское время, это очень важно. В первую очередь, я считаю, это объединяет людей. Второе. Сегодня в профсоюзах есть такой проект «Здоровый образ жизни». Как раз это наглядная как раз демонстрация проекта «Здоровый образ жизни». Почему? Потому что люди, сотрудники всех профсоюзных организаций тренируются и готовятся. То есть это хороший стимул поддержки себя в хорошей спортивной форме. После долгой и упорной борьбы, радости побед и горечи поражений, первое место завоевала команда механического завода. Второго места удостоилась сборная профсоюзных организаций Меликесского района, а третье досталось молодой команде Ульяновского технического университета. Напомним, спартакиада продлится до 30 мая. Завершатся соревнования легкоатлетической эстафетой. Новости Ул-Правда ТВ.